Итак, это снова Смайт, это снова подводка для Ютуба. Мы играем за Артио, мы играем в ранкет, мы играем в 3 на 3. Сегодня охрененный стрим, охрененные ребята все помогают. Все супер-пупер. Пятая победа уже подряд, по-моему, была до этого. Сейчас посмотрим, как оно будет. Все, кайф, подстрелялся для подводки. Сука, медведь страшный. Там меня за спам забанили, ты можешь убрать меня оттуда? А чё, за чё? Ну, я на твою группу подписан. Надо посмотреть, надо посмотреть. За что там тебя забанили? Давай им дадим, наверное, вот так вот. У тебя там есть медуза, блин, такое себе. Можно попробовать, да. Ребята просили больше агрессии, сука! Коня пассивка. Я не помню. Райдерс, ну ты же понимаешь, что нужно сделать. 25 рублей вкинул, стримеру приятно, бот отстал. Больше кинешь, у стримера больше мотивации сделать годный видосик. Я вспомнил, что мне не нравилось в видосах этого чувака. Он не самый нормальный, грубо говоря, игрок в плане скилла. Вот в чем дело. Он охрененные обзоры делает. Все такое, но в основном это арену он показывает. Показывает патчи, типа практики там и все такое. Я помню, да. Артео, да. Мы поиграем, наверное. Я хочу поиграть, знаете, в какую Артио? В агрессивную, дамажную Артио. Может быть, на Артио и запилить такой видосик рофельный. Но медведь в натуре дикий просто. А вы про кого? Я прощелкал. Пили все и всех. Ну да, можно. Это прикинь, там богов-то сколько уже? 90? Может, 90 видосов запилить, если они зайдут. Артё, бог для даунов? Ха-ха, привет, почему? Нормальный же бог. Девяносто пять видосов можно на YouTube запилить. Почему убежали-то? А, ну там фловые ребята, да? Поэтому и убежали. Блин, по-моему, для всех. Барона пиле, да. Да-да-да. Прикиньте, сколько видосов можно запилить, если они зайдут. Да я мог только их пилить. Но я хочу, видите, вы все по смайту, 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 смайту. А я хочу, типа, разные игрульки играть. Мне нравится. Я, в принципе, люблю в разные игры.
история. Мне нравится, в принципе, в разные игры играть. Ну, бофа нет, да, он за нее очень легко тащить, она ОП. Да, Hero was not hard, единственная богиня, которая своим релизом заставила меня бросать смайт на полтора месяца, ибо сил не было терпеть. Ну, ты прям подгорел от нее, я смотрю. Может быть, Добби Дарк, но, типа, это ранки, да, и мне нравится этот скин, как минимум. Я хочу выигрывать в ранке, да. Я труп. Дай... Пройду. Я соберу ее в дэмэдж. В дэмэдж и в ауре. Хорош. Типа, мы подняли бабла уже, сколько? Мы выиграли уже 5 каток. Подряд только что. Галактика. Я тоже хотел бы еще больше кельтов, да. Я вот жду очень этих вуду, типа пантеон и кельтов, да. Мы предлагаем смайт, потому что русских контент-мейкеров смайта очень мало. Привет, Водл. Согласен, согласен. Я пытаюсь, поэтому, кто не в курсе, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Там будет контент по смайту. Когда выходит новый бок? Новый бок выходит, по идее, на следующей неделе. Да я-то жду, чё? На следующей неделе. Кстати, сори, я не увидел, сорян. Сундук милашки Одиссей Чест, а за что их давать должны были за что-то? Мне ничего не дали, я уж хер знает сколько каток выиграл, или там не за победы. Малоизвестно у нас это, ладно, но, типа, на Европе кельт наравне с греками. Изи засейвил. Красиво засейвил вообще. Хорош, все правильно. Спасибо. Медведя застанили. Не, ну тут команда отыграла. Чувствуете разницу, да? Вот чем выше по рейтингу поднимаюсь я, вот даже сегодня, тем лучше ребят попадаются, как бы. Это очень странно. Точнее, это не странно, это прикольно. С хорошими ребятами играть всегда прикольно. Тоже у него есть специальные эмоции у этого скина. Как и все предыдущие. У нас скины... Почти весь фольклор Европы имеет кельтские корни. Дорога в ГМ. Ну, в ГМ вряд ли, но... Поднять мы можем... Что-нибудь интересное, я думаю. Минус бицы хорош. Гейм-изоляции? Окей. Блядь, застрял в крипах. Нету. Отменяем, отменяем. Многие почему-то забывают, что можно отменять.
О, господи, сколько они урона им нанесли. Нет, она все равно в числе магов-то. У них прям физического ассасина нету. Что это за капец, скажите мне? Я ж залагал. А, Белобок будет, скорее всего, магом, как по мне, на то он и Белобок. И он 100% будет, я думаю, 99,8%. Потому что они сказали, где есть Чернобок, там должен быть и Белобок. Хорош. А, не поймал. Ничего хорошего там не было. Жесть, это просто дьявольский этот медведь. Или богиня вулканов, как думаешь, кем она будет? Даже не знаю. Криповый вообще, да нельзя. Пока не могли такого медведя сделать, я не понимаю. Он вроде как и прикольный. Не вижу этого бота. Он будет так спамить, пока ты не задонишь. Ну или еще кто-то не задонит. Поэтому, ребят, кто еще не донил, можете задонить. И бот будет счастлив. Ну, естественно, нет, он будет все равно спамить. Ненасытный бот. Артео топ. Артео, ну, очень сильный, да, бог. Как тебе замедленница? Спасибо, Happy Hunter, ничего себе, тоже топ. Кайф. Только похвалили, и я сразу разнес, засейвил пацанов в клочья. Хорош. А, избили. Но не убили. Ну так она бэкается нормально, но когда медведь, это просто до жути крипово. Ha ha ha.
Мы одновременно подумали. Нужен Арти, чтобы он стоял в братских объятиях с Арти. Привет. Опа, что за замедло, да? Изи. Изи? Нет, не могу. Good work. Сколько мы каток подряд уже выиграли, ребят? Вообще изи. Это после доната, вы заметили? Тип только задонатил и сразу. Спасибо, кто там донатил мне.